Восстановить историческую достоверность. Инициативная группа карагандинцев просит помощи у жителей города, в особенности у старожилов шахтерской столицы. В сентябре прошлого года на кладбище второго рудника ими была обнаружена могила художника с мировым именем Владимира Эйферта. Рядом в одной ограде находится еще один безымянный памятник. Предполагается, что это могила жены художника Елизаветы Ефремовны Сутуловой, 1891 года рождения. По свидетельству очевидцев, она жила возле Дома пионеров и умерла в середине 60-х. Инициативная группа планирует весной этого года открыть памятник на могиле художника и просит всех, кто что-либо знает об этой семье, помочь соблюсти историческую достоверность. Контактный телефон указан на экране.